Пипас. Супер конфеты. Я Супермен. Зум, зум, зум. Осторожно. Вот бы мы были как Супермен. Тогда мы могли бы летать и прыгать, и никогда не падать. Съешьте моих суперконфет, и вы сможете бегать быстрее молнии. Вы больше не будете падать. Быстрее молнии? Не может быть. Давайте я вам покажу. Она исчезла! Я здесь! Я здесь! Значит, это правда! Я хочу эту суперконфету! Могу продать вам несколько, но они стоят дорого. Вас понял. Этого хватит? Нет. Тогда я отдам вам свою игрушку. Этого хватит? Хорошо, вот вам три конфеты. Спасибо. Папа, у нас ведь уже должна быть суперсила. Конечно. Мы с тобой даже сможем обогнать стрекозу. Побежали! Что это такое? Дядя Як, почему вы бежали за стрекозой? Мы съели конфеты, которые дают сверхспособности, и хотели проверить, сможем ли догнать стрекозу. Таких конфет не существует в природе. Но та девочка очень быстро бегала после того, как съела конфету. Да, она бегала быстрее молнии, только что была там и уже здесь. Можешь показать эту конфету? Это самая обычная конфета. Не может быть! Если это обман, то я просто потратил много денег. Где вы купили эти конфеты? Вон там. Дядя Як, вам срочно нужно в больницу. Мы все разузнаем. Притворимся, что просто гуляем. Посмотрим, что она задумала. Посмотрите на меня, ну разве не красавчик? Ай, как больно! Откуда это здесь взялось? Съешьте моих суперконфет, и вы сможете бегать быстрее молнии. Вы больше не будете падать. Да ладно, не верю. Проверь. Съешь одну конфету и бегай быстрее молнии. Я здесь. Я тут. А теперь здесь. Я правда это вижу? Сверхспособности не существует. Ошибаешься. Давайте покажу еще раз. Она нас обманывает. Встаньте там, где она появлялась. Я здесь. И здесь. Ну что, теперь верите? Полиция! Ты снова обманываешь, Антиль. Ты совсем не быстрее молнии. Просто твои помощницы прятались в разных местах и показывались по очереди. Вы меня раскрыли. Думаете, нас всего трое?
Вам никогда не поймать, доктор Анти! Вперед! До встречи! Пока! Не с места! Стойте! Три, два, один... Вы пойдете с нами. Правила безопасности шерифа Лабрадора. Дети, если вам продают вещи или еду и говорят, что она волшебная, скорее всего, вас хотят обмануть и забрать ваши деньги. Будьте осторожны, не верьте таким людям. Ну что, запомнили? Таблетки детям не конфетки. Ура! Я иду гулять с друзьями. Ура! Ура! А что это? Ха-ха, наверное, новые конфеты. Какие-то горькие. Ну и ладно, гулять пора. Ура, ура! Ой, ой, как чешется. Что же это такое? Так, посмотрим. И сделаем тебя ослепительным. Ничего не понимаю. Так, отставить панику. Мои золотые ножницы! Как же так? Что же это такое? Что? Что со мной такое? Что-то неладно. Шериф Лабрадор, за нами гонится мохнатое чудовище. Прям чудовище? Огромное и страшное, туда вон побежало. За ним. Я не понимаю, что со мной? Меня ведь не узнают друзья! Шарики! Воздушные шарики! Ой! Я не хотела! Не подходи! Я же не хотела! Мамуль, я хочу это и это. Заверните нам всего по одному. Минутка. Туда. Ого. Держите, это ваше. И сразу в пакетиках. Голова кружится.
О, вижу его! Стоять! А? Что это? Лекарство для роста волос. Вот оно что. Малыш проглотил таблетку по ошибке. А? Это же опасно. Ему нужно в больницу. Голова кружится. А куда запропастился ежонок? Я здесь. О, ежик, что с тобой? Осторожно! Вон он, за ним! Осторожно! О, нет! Моя попа! Малыш Ёжи, срочно едем в больницу! Правила безопасности шерифа Лабрадора. Дети, не ешьте таблетки, как конфеты. Из-за этого вам может стать плохо. Может заболеть голова или даже живот. А еще это может быть опасно для жизни. Поэтому родители и хранят лекарства там, где вы их не достанете. Запомните эти правила. Воф! Кусачье чудовище. О! Какой красивый грибочек! И вкусный, наверное! Иди сюда, бобрёнок! Пора ужинать! Иду! Какой вкусный! Бобрёнок, ты чего? Я хочу еще грибов! Шериф Лабрадор, бобренок превратился в чудовище и за попу покусал. Мы так испугались. А? О, как сильно покусал. Что-то здесь не так. Надо срочно найти бобренка. Хорошо. Эта подушка защитит мою попу. Куда же он пропал? Он в кустах. Вперед! Бобрёнок! Бобрёнок! С ним что-то не то! Эй, бобрёнок! Бобрёнок! Чего опять я-то? Берегись! Нет! Бобби, лезем на дерево, живо! Oh.
Почему он назвал бабочку грибочком? Что это? Не может быть! Это следы зубов бобренка. Я знаю, в чем дело. Бобренок отравился мухомором. Именно поэтому он такой. Отравился? То есть он думает, что мы два больших мухомора? Его надо срочно доставить в больницу! Грибочек! 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 Вон он! Грибочек! Бобренок, назад! Бобрёнок, назад! О, грибочки! Грибочки! Ты прав! Он думает, что мы грибы! Подыграем ему! Нет, нет, нет! Сюда, сюда! Грибочки! Грибочки! Нет, нет, сюда, сюда, сюда! Грибочки! Грибочки! Нет! Грибочки! Бобрёнок! Скорее, в больницу! Правила безопасности шерифа Лабрадора. Дети, грибы бывают не только хорошие, но и плохие. Они могут выглядеть очень красивыми, но они очень опасны, потому что почти все ядовитые. Не собирайте их и не ешьте. Запомните, это очень важно! Вов! Не ешьте незнакомые фрукты. О, нет, не могу больше терпеть. Я не могу. Что это? Красный фрукт? Наверное, вкусный. Ух ты! Объедение! Съем еще! Еще! Соберу остальные фрукты! Что с животом? Какая вонь! Пожалуйста. Спасибо. Сколько вкусняшек! Какой запах! Ну и вонь! Что за запах? Бежим! Невыносимо! О, какой кошмар! Осторожно! Бабушка, вы не ударились? Извините, мне пора. Стойте, как же ваше кресло? Я не понимаю, откуда этот запах? Папильон, узнай, откуда идет эта вонь. Есть! Пельмешек, для тебя работа! Вперед, взять след! Тан-тан, тан-тан. Едем за ним. Пельмешек, отлично, умеет
отыскать по запаху. Тан-тан. 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 А? Что с ним такое? Я забыла, что он не выносит зловоние. Не волнуйтесь, я установлю защиту. Да! Тан-тан. 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 Нашла! Запах идет из этой машины. Почему она так неровно едет? Скорее, за ней! Папильон, отлично сработано! Я знаю! А теперь держитесь! Ого! Мы уцелели! Невероятно! Добби, не высовывай голову из окна машины! Мой живот! Ужасная боль! Эй, остановите машину! Он потерял сознание! Шериф, смотрите! Там пешеходы! Летающий коготь! Бегите, детишки, бегите! Волк! А это здесь откуда? Похоже, ему стало плохо после того, как он наелся диких фруктов. Надо отвезти его в больницу. Алло, больница? Правила безопасности шерифа Лабрадора. Дети, дикие фрукты часто выглядят аппетитно. Но их нельзя есть, а лучше вообще не трогать. Они могут оказаться ядовитыми, и тогда у вас заболит живот. И, вероятно, вам придется лечь в больницу. Никогда их не ешьте. Помните об этом. Вуф! Не пользуйся косметикой для взрослых. Я иду на карнавал. Вкусный торт! Помогите! Что случилось? Шериф Лабрадор! Мы ждали зайку, а
пришло красномордое чудище! Неужели это чудище съело нашу зайку? Нам так страшно! Что? Добби, пойдем проверим. Как чешется! Мои очки! Ой, это же чудище! Я что, так похожа на настоящее чудище? Чудище! Что со мной? Туда! Бежим! Губная помада. Косметика. Сюда! Почему так чешется? Больно! Котенок! Носорожек! Лабрадор, там чудище! Вот оно! Ой, оно идет сюда! Идем! Длинные уши, красные губы, помада и тени. Понял! Это зайка! Наверное, у нее аллергия на косметику. Берегись! Зайка! Добби, запрыгивай! Зайка! Зайка! Помогите! В больницу! Правила безопасности шерифа Лабрадора. Ребята, в косметике для взрослых много веществ, которые вредны для детей. Если ей пользоваться, кожа может покраснеть и начать чесаться. А если случайно ее съесть, то заболит живот и можно даже отравиться. Ни в коем случае нельзя пользоваться косметикой для взрослых. А если очень хочется, возьмите детскую косметику. Не забывайте это! Вов! Не засовывайте предметы в нос или в рот! Давайте, быстрее, в очередь! У меня самая вкусная клубника в мире! Дайте одну! И мне одну! И мне тоже! Хорошо, только по очереди! Моя очередь! Наберегись, вот и летяга! Я возьму клубнику! Куда без очереди? Извините, я продал последнюю! Какая вкуснятина! Спокойно! Мои особые семена прорастают быстро, поэтому вам не придется долго ждать! Ага, я достану эти семена, и у меня будет своя клубника! Придется прийти в другой раз. Вор! Скорее, туда!
Дядюшка Белка, что случилось? Я чем-то подавился. Здесь нужен прием Геймлиха. Я чуть не задохнулся. Шериф Лабрадор, мои особые семена, их украли. Что? Только что я увидел, как вор берет семена и попытался его остановить, как вдруг что-то попало мне в горло. Не волнуйтесь, от меня еще никто не уходил. Отсюда никто не выбегал. И окна закрыты. Думаю, что вор прячется на чердаке. Стоять! Не с места! Эй! Это ты! Отпусти! Отпусти! От меня не убежишь! Стой! Скорее! Вон туда! Добби, ты как? Нормально. Он побежал туда. Скорей! Вам меня не поймать. Не с места! Попался! Стой! От меня не убежишь! Попробуйте поймать! Я не могу дышать! Мне было так страшно! Нельзя брать чужое! Ты пойдешь с нами! Я больше так не буду! Правила безопасности шерифа Лабрадора. Дети! Никогда не засовывайте игрушки или другие мелкие предметы в нос или в рот. Это может затруднить дыхание и очень опасно для жизни. Не забывайте об этом! Вафф!